31-летняя Адель, интересно провела выходные в Лондоне. Британская певица побывала на свадьбе подруги. Звезда примерила роль священника. Исполнительница хита «Someone Like You» несколько лет назад удостоилась права официально заключать семейные союзы. Она связала узами брака свою подругу Лору Дакрилл с гитаристом The Maccabees Хьюго Уайтом. Адель выбрала яркий образ для торжественного события. Она облачилась в кремовый топ с коротким рукавом и пышную юбку с флористическим принтом от Оскар де ла Рента. Звезда сделала выразительный макияж, выделив глаза и губы броскими оттенками. Популярная блондинка сделала оригинальную прическу, нарастила длинные волосы, которые собрала в хвост. Голову певицы украшала миниатюрная белая шляпка из фатина, которую она сняла в ходе вечеринки. Образ завершили крупные серьги, браслеты и туфли телесного оттенка. Артистка полностью погрузилась в атмосферу праздника. Она вместе с гостями исполняла зажигательные песни, среди которых были ее собственные. Гости танцевали под ритмичные композиции. Поклонники активно обсуждают бьюти-преображение своей любимицы, которая распрощалась с лишним весом. Голосистая дива оставила в прошлом 45 килограммов и продолжает совершенствовать тело в спортзале. В последнее время многие с трудом узнают Адель. Она побывала на закрытой афтепати американских коллег Бейонсе и Джей-Зи. Певица облачилась в роскошное облегающее платье с леопардовой расцветкой. Редким совместным кадром поделилась польская телеведущая Кинга Русин. Поклонники связывали экстремальное похудение кумира с ее разводом. Однако оказалось, что Саймон Конеки здесь ни при чем. Адель избавилась от лишнего веса ради сына. Звезда сидит на жесткой диете, которая предполагает не более 1000 калорий в день. Эксперт по питанию заявил, что килограммы артистки вернутся с побочными эффектами.